до конца XIX века у варнинских болгар не было своей кафедральной церкви, своего храма. Была крошечная болгарская церковь. Мы ее сегодня на прогулке тоже увидим. Все остальные церкви Варны были храмами греческой Константинопольской патриархии. Болгарское православие – это отдельная ветвь православия. Они очень ратуют за свою отдельность, автономность, самостоятельность. Они находятся под духовным и отеческим протекторатом патриарха Константинопольского, как, собственно, и все ветви православной религии. Но это совершенно отдельная церковь. А во времена турецкого ига болгарская церковь была помещена фактически силой под греческую, а болгары всячески старались показать, что они отдельно. Везде, где можно было изобразить иконописные лики по канону, но с некоторыми отклонениями, везде это делалось. Соответственно, греки были сильно против, естественно, и очень-очень долго не признавали автономности болгарской церкви уже после того, как закончилась Османская ига. И вот такой вот кафедрал, огромное, по-настоящему огромное здание, нужно было не только для того, чтобы вместить 30 тысяч варнинцев. Столько было жителей в Варне в конце 19 века. Но и для того, чтобы показать, что на этой земле своя родная церковь, самая мощная, самая красивая и самое, в общем-то, серьезное здание храма.